Приветствую всех увлекающихся. У меня сегодня интересная посылочка. Она пришла ко мне из Крыма, из Севастополя. Я, прежде чем ее заказать, так волновалась, потому что мне казалось, это далеко, будет долгая доставка. Но все-таки решилась. Этот заказик, эти растения, я захотела как бы случайно. Пока я искала, где бы заказать талимоненсис и красу лугарный плотос, и что у меня там еще было, крестовник, у одного продавца я случайно наткнулась на такое растение, которое называется эхиверия унгуикулата. Она такая темная, с коготочками. Так, два свертка. Сегодня без подарков, видимо. Наткнулась я, значит, на эту унгуикулату. Она мне очень понравилась своим видом. И, ну, так как я нашла эхиверию талимоненсис у Лены, я, ну, как бы остановила, да, свои поиски. Думала, после праздников еще поищу, чтобы было у всех одинаково. Но получила посылку в подарок из 4 растений, плюс там были подарки от продавца. Но это эхиверия унгуикулата как бы запала мне в душу, в мои хотелки. Получается, вот нашла я деток из листочка в Симферополе. Да, в Симферополе же. И вот взяла сразу две, потому что их так особо как-то не продают, их нет. Я хотела там их в Корее заказать, но решила, что это будет дорого мне из-за двух там. Ну, вообще одно хотела растение. Вот такая вот эшечка. Вот. Вставлю видео, какая она должна быть. Это детка из листочка. Так, я тут уже насорила. Вторая детка должна быть такая же из листика. Я взяла две, потому что их не продают. Ни на Авито я не нашла, ни пока нет ни у кого на маркетах, на площадках. Сейчас все закрыто, а у нас-то уже тепло. Заказала две на всякий случай. Вырастут. А так вдруг что-то с одной случится. Перестраховалась, можно так сказать. Вот она какая. Это прям покрупнее. Листочек у нее уже в нерабочем, так сказать, состоянии. Я буду его отделять. Так. Вот какая красивая эшечка. Она сейчас зеленая, но я вставлю фотографию, и вы посмотрите, как она должна выглядеть. Так вот. Вообще очень красивая, когда вырастает, когда при правильном содержании. А посылочка из Симферополя шла неделю. Да, ровно неделю шла посылка. Ну, вот так вот. Вот такая моя маленькая распаковка из двух одинаковых эхиверий унгуикулат. Посажу, дополню видео посаженными сестричками.
Ну вот, прошло несколько дней, я пересадила унгику лату. Корешки были хорошие, я их немножечко обрезала, пересадила их в сухой грунт и думаю, завтра уже буду поливать. Листочки, на которых они пришли, я убрала. Один, потому что был уже совсем такой желтенький, чахленький. А второй, видимо, пока туда-сюда были с ним манипуляции, он держался там совсем на тоненьких ниточках уже. Я тоже его убрала, но он еще такой немножко плотный, желто-зеленого цвета. И такой, ну, плотный он. Я думаю, он может еще выдать какую-нибудь детку. Так вот получается, нет? Вот. Вот. Возможно, даст детку. Ну и все, сейчас они такие зеленые, все в пыли, некрасивые. Буду надеяться, что они быстро примутся и будут меня радовать уже этим летом. Еще с одного, наверное, вот с этого правого большого сняла нижние листочки. Ну, я не знаю, что из них будет, они очень маленькие, но пока не выкинула. Вот и все, вот такая была у меня распаковка, покупка всего из двух растений. Если у кого-то есть такая унгикулата, поделитесь особенностями выращивания. Может быть, она капризная или не любит солнце. И напишите, какие у вас впечатления о ней.